Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро Золотой Зари. Сегодня мы рассмотрим прогноз на декабрь 2018 года для женщин, родившихся под знаком зодиака Рак. Итак, что ждет наших женщин в уходящем году? Наши раки попытаются преодолеть все препятствия и выйти на какой-то новый уровень, потому что что-то их очень сдерживало, и они наберутся прямо силы и смелости, чтобы от этого избавиться. Они будут недовольны плодами своего труда, то есть, скажем так, финансового эквивалента, да, и будут здесь еще какие-то, может быть, потери, связанные в личных отношениях. Наши раки будут как никогда действовать, не боясь ничего. Это будет связано с чувствами, с любовью, да, это будет связано с их сексуальностью. У них будут очень приятные какие-то предложения, это может быть даже предложение выйти замуж, но это связано обязательно с чувствами. Раки с достоинством будут принимать все какие-то перипетии в декабре месяце, они будут вести себя очень достойно и чувствовать себя достаточно свободными. И раки будут считать, что они очень много поработали за этот год, и они достойны отдыха и красивого Нового года. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, мы рассмотрим вашу ситуацию.